Мужчина и женщина, спрятав наркотики в машине, собирались доставить их в другие регионы Российской Федерации. Автомобиль, в котором находились подозреваемые, полицейские остановили на участке трассы Саратов-Вольск. При досмотре транспортного средства в дверных обшивках авто полицейские обнаружили и изъяли 67 свертков с наркотическим средством мефедрон общей массой более 10 килограммов. Как выяснили оперативники, подозреваемые работали на нелегальный интернет-магазин, специализирующийся на торговле запрещенными веществами. В функции злоумышленников входила транспортировка наркотика в другие регионы России для последующего распространения методом закладок. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 30, части 5, статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В результате дальнейших мероприятий сотрудники наркоконтроля главка обнаружили на территории Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым 77 тайников закладок. Там, согласно результатам исследований, хранилось еще более 9 килограммов мефедрона и психотропное вещество амфетамин общей массой 1 килограмм 706 граммов. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.